Программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Не прошло даром. Какие изменения должен принести Алтайскому краю приезд Михаила Мишустина? У одного из крупных банков Барнаула отозвали лицензию. Сколько пострадавших и выплатят ли им компенсации? Красота тела ценой долгих усилий. В Барнауле выбирали лучшего бодибилдера. Приезд Мишустина в Алтайский край не прошел бесследно. В ближайшие две недели часть поручений премьер-министра уже должна быть выполнена. Большинство задач посвящены вопросам образования. К 1 апреля Минпросвещение должны подготовить предложение по дополнительной поддержке учителей из малых сел и городов края. Еще три ведомства должны проработать вопрос строительства двух школ в рамках государственно-частного партнерства. А к 1 сентября федеральные и региональные власти должны подключить к интернету Большесихинскую начальную школу, Чистоозерскую, среднюю школу Завьяловского района и оснастить 53-ю Барнаульскую школу оборудованием в рамках проекта по внедрению цифровой образовательной среды. Другой ряд поручений касается производственного потенциала региона. До 15 апреля Минпромторг и Минфин должны разработать механизм поддержки компаний, которые заняты изготовлением компонентов для автопрома. Об этом, кстати, Мишустина просили на Алтайском заводе прецизионных изделий. Продумать рост финансовой помощи производителям сельхозтехники, выгодную покупку оборудования для легкой промышленности и, кроме того, привлечь предприятия, которые занимаются 3D-печатью, к разработке стратегии развития отрасли на ближайшие 10 лет. Кстати, возможно, к премьер-министру обратятся не только алтайские учителя и промышленники, а чиновники. 3 миллиарда долгов накопил Рубцовск, третий по величине город Алтайского края. Рубцовские депутаты просят правительство региона помочь разобраться с проблемами, которые они не в силах решить самостоятельно. При этом депутаты горсовета, в частности Вероника Лапина, поясняют, что цифра 3 миллиарда не должна никого шокировать. Ситуация, какая сложилась в Рубцовске, она характерна для любого муниципалитета на всей территории нашей необъятной страны. И история эта имеет свое начало еще с 2003 года, когда федеральным законом очень много полномочий было передано муниципалитетам, а финансирования под это предусмотрено не было. И все эти задолженности по исполнительным листам чаще всего одинаково выглядят. Это ремонт дорог. Это восстановление освещения, это снос аварийных зданий. У муниципалитетов просто нет средств. И Рубцовск, опять же, является вот таким классическим примером. Долг в 3 миллиарда рублей, при этом доходы муниципалитета в 3-4 раза ниже, чем сумма долга по исполнительным производствам. Горсовет Рубцовска просит правительство региона оказать содействие, но при этом депутаты уверены, что субсидии ситуацию не решат, так как полномочия, которые несут муниципалитеты, предусмотрены федеральным законом. Нужно смотреть в корень и принять меры по финансовой обеспеченности муниципалитетов, считают чиновники. Народные избранники готовы выйти на федеральный уровень и обратиться к премьер-министру России. Сегодня в Москве начала свою работу 27-я международная туристическая выставка «МИД». Алтайский край уже 7-й год является ее регион-партнером. На этой выставочной площадке обычно встречаются лидеры мирового рынка, которые демонстрируют свои новинки накануне нового туристического сезона. Сегодня на стенде представлено более 25 ведущих компаний Алтайского края. Это и туроператоры, это и санаторно-курортные учреждения, это и объекты показа, и муниципальные образования. Город-курорт Белокуриха очень активно представлен. Сегодня мы представляем на нашем стенде все наши самые лучшие брендовые маршруты. Мы рассказываем о том, что можно посетить туристам в наступающем туристическом сезоне. К примеру, туристический центр «Горная аптека», широко известный жителям Барнаула, в выставке принимает участие впервые. Как рассказала его директор Ольга Ланская, приехали рассказать и показать, чем славится Алтай. Чем будете угощать гостей выставки «МИД»? Наш регион славится сыром. Мы приехали сюда с партнером с Киприка. Уникальными алтайскими травами – это наши производители, с медом, с экстрактами, напитками на экстрактах из наших уникальных лекарственных растений. К другим темам. Жители Алтайского края, которые пользовались услугами Форбанка, подсчитывают убытки. На днях у коммерческого банка отозвали лицензию. Новость шокировала тысячи бизнесменов, которые не подозревали, что у банка большие проблемы. Подробнее в сюжете. Не держите яйца в одной корзине.
Иначе однажды можно все потерять, как это случилось накануне с клиентами Форбанка. Игорь один из них. Мужчина занимается бизнесом, сейчас организация встала. Нет доступа к банковскому счету. Все это произошло накануне, когда у Форбанка отозвали лицензию. Коммерческий банк неоднократно получал предписание от Банка России. Форбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, а также допускал нарушение требований законодательства в области противодействия легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Мы пожизненно сотрудничали с Форбанком. Ну вот в пятницу, в черную пятницу, нам мне позвонили, сказали: Игорь Юрьевич, лицензия у Форбанка отозвана. У меня была информация от моих друзей, что в банке плохая ситуация. Но я человек советский. Мне и сын: пап, надо уходить с банка этого, надо уходить. Но я говорю, я звоню чуть не каждый день, все у вас хорошо в банке. У меня был ответ: да, у нас все хорошо. Форбанк является участником системы обязательного страхования вкладов. Игорю еще повезло. Он представляет малый бизнес и сможет вернуть хотя бы часть денег, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Все остальное, получается, просто сгорает. Вот я сегодня целый день держу себя в руках, но я не понимаю. Это что у нас за страна такая, что нас могут утром забрать последние средства? Светлана почти 10 лет работает с детьми-аутистами и их родителями. В ту роковую пятницу ее общественная организация потеряла в Форбанке более 250 тысяч рублей. Это были грантовые и конкурсные деньги. На эти средства центр должен был провести вебинары, обучить педагогов. Кто бы знал, какими усилиями организации достается каждый грант. И в отличие от нашего первого героя, Светлане вообще никто ничего не вернет, ни копейки. А все потому, что ее организация не входит в реестр исполнителей общественно полезных услуг. Дело даже не знаете, вернуть или попросить еще. Меня волнует, не заставили бы меня теперь исполнять обязательства с отсутствием денег. То есть уже говорить сейчас о том, что дайте еще, нет, хотя бы простите то, что потеряно. Вот если, потому что в договоре с грантодателем даже форс-мажорных обстоятельств нет. Много лет на слуху. Один из первых коммерческих банков Алтайского края. По словам экспертов, по итогам прошлого года Форбанк показал неплохую динамику и прибыль. Вот только простые вкладчики и не подозревали, что у банка большие неприятности. Даже в среднем по размеру банка от 3 до 5 тысяч открыто расчетных счетов юридических лиц, плюс тысячи открыто текущих счетов вкладчиков, поэтому это тысячи, если не десятки, суммарно, может быть, даже и десятки тысяч людей, потому что все-таки банк был со штаб-квартирой в городе Москве, и, соответственно, там достаточно активно народ пользуется банковскими услугами. Видимо, был ослаблен контроль, и были допущены какие-то сознательные или несознательные ошибки. Наши герои не питают иллюзии, что кто-то им вернет все потерянные деньги в Форбанке, и надеются, что в этой истории хотя бы удастся найти крайних. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Говорят, если человек чем-то сильно занят, это помогает его выздоровлению. Сегодня в Барнауле официально открыли так называемую госпитальную школу России. Этот проект помогает детям, которые проходят длительный курс лечения, учиться прямо в больнице. В Барнауле таким местом стал краевой центр охраны материнства и детства. Этот праздник в основном для них, ребятишек, которые лечатся в отделении онкогематологии. Здесь им приходится проводить долгие месяцы. Чтобы не отставали от школьной программы и общались, а также получали удовольствие от общения с педагогами и такими же, как они, детьми, и работает проект «Учим, знаем». Госпитальная школа в Барнауле уже 42-я по счету в России. Руководитель проекта когда-то сам пережил страшный диагноз и знает, что учеба важна не только как процесс, но и как путь к выздоровлению. Всем известно, что когда твое внимание переключено с проблем лечения, с того, что ты ощущаешь в результате той или иной терапии, допустим, химиотерапии, переключено на дело, на занятия, то ты и переносишь это лечение легче. Ты как бы помогаешь себе выздоравливать. В госпитальных школах все продумано. Уроки по 25 минут, учитывается и состояние ребенка на данный момент, в том числе психологическое. Преподавать здесь будут педагоги 126-й Барнаульской школы. Наши педагоги прошли обучение, стажировки, и это обучение и стажировки будет продолжаться. Сегодня, я бы сказал, уже целое сообщество госпитальных педагогов благодаря команде Сергея Витальевича есть в стране.
Оборудование в классе, где предстоит учиться детям, самое современное. И сегодня здесь они уже с удовольствием осваивали робототехнику. Были буквально поглощены процессом, глаза горели и о болезни точно не вспоминали. Что делаете и вообще как тебе сегодняшнее занятие? Ну, очень крутое. Мне вот нравится робототехника. Мы конструировали роботов и программировали их, давали им имена. Мамы говорить на камеру отказались, но тоже были рады. Кстати, сейчас на длительном лечении в Центре охраны материнства и детства находятся 168 ребятишек. А позже, когда здесь появится новый хирургический корпус, учиться в госпитальной школе будут и его пациенты. Кстати, благодаря новым технологиям онлайн здесь могут преподавать и московские педагоги. К тому же дети смогут общаться с такими же ребятами из других городов страны. Для нас очень важно, что это не просто занятие, а это ежедневная жизнь. Вот понимаете, с творческими занятиями, встречами с педагогом, с общением с друзьями. Вот это очень важно, потому что любая болезнь сужает круг общения. А мы разрываем вот эту вот узость этого круга, расширяем возможности детей общаться с друг другом, а значит жить. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. 72% наездов на пешеходов в этом году в Барнауле произошло, как ни странно, на пешеходных переходах. Пострадало 13 детей. По данным автоинспекторов, чаще всего виновны в этом водители, но порой и пешеходы нарушают правила. Родительский патруль – акция, которая призвана напомнить юным школьникам и их родителям, как правильно переходить дорогу. Сегодня утром у Барнаульского лицея номер 3 родители вместе с сотрудниками ГИБДД вручали памятки прохожим с детьми. Они объясняли, перед тем, как перейти дорогу, нужно немного притормозить, убедиться в безопасности и затем уже двигаться дальше. А еще пешеходам дарили светоотражающие элементы, сделанные детьми на станции юных техников. Водителям гораздо проще заметить пешехода в темное время суток, если хотя бы небольшой кусочек на его одежде виден издалека. Алтайский край в десятке регионов с худшей организацией школьного питания. И это решили сами ученики. На основе опроса школьников с 1 по 11 класс российское движение «Шеф в школе» составило такой рейтинг. Свое мнение высказали свыше 2000 учеников по всей России. Критериями оценки послужили разнообразие меню и его соответствие вкусовым предпочтениям, чистота в столовой, интерьер и обращение персонала. По итогам опроса наш регион оказался 6-м из 10 в невкусном топе. Хуже кормят только в Красноярском крае и Чувашской республике, а также в Челябинской, Тюменской и Тамбовской областях. Лидерами рейтинга с лучшими столовыми и вкусной едой оказались Ростовская и Самарская области, а также Кабардино-Балкарская республика. Что конкретно не устроило алтайских школьников, авторы рейтинга не разъясняют. Но напомним, что по результатам опроса Министерства образования и науки Алтайского края большинство учеников предпочли бы фастфуд вместо полезной и здоровой пищи. С этим, кстати, не согласны наши следующие герои. Любая вредная еда стоит им нескольких часов работы в тренажерном зале. Они бодибилдеры. И на днях любители прокачаться делили сцену с именитыми российскими спортсменами. В Барнауле прошел открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу. Почему принять участие в нем не так сложно, узнавала Валентина Аскирова. Подкачивают мышцы на шикарном теле 3D-эффект. Последние приготовления к открытому чемпионату Алтайского края по бодибилдингу подходят к концу. На сцену через пару минут. Спортсмены заскучали по зрителям. В прошлом году пандемия лишила их выступлений. Сегодня наверстывают. Бодибилдеры с Алтайского края, Хакасии, Иркутска и даже Якутии. Всего больше 80 участников чемпионата. Среди них есть как опытные профессионалы, так и новички. Ольга тренит в зале всего пару лет. 4 тренировки в неделю, в период сушки все 6. Коллеги девушки по основной работе поражаются ее выносливости. Инженер в университете. Но я как государственный работник просто. А как на работе относится к вот такому вашему хобби? Ну, немножечко с опаской, очень так смотрит странно, когда я кушаю гречку, например, или курицу. Ну да, это действительно выглядит странно, но такие меры, оно того стоит. А вот некоторые посвятили бодибилдингу почти 30 лет. Евгений Константинов в спорте с 11. Выбор был неизбежен, покорили киногерои 90-х. Всегда в детстве хотелось выглядеть на атлетичных ребят, быть похожим, которых показывали в боевиках в 90-е годы. Есть какие-то приметы, чего нельзя делать перед выступлениями? Наверное, кушать лишнее. Вы поели сегодня? Поем после соревнований.
Некоторые же спортсмены в приметы не верят. Перед выходом на сцену предпочитают перекусить. Для 49-летнего спортсмена Руслана Абдуллина сегодняшний выход на сцену не первый. К вниманию представительниц прекрасного пола уже привык. Смущения, наверное, не было никогда. Просто я очень коммуникабельный человек, очень общительный. И это лишний повод завязать какую-то беседу. Бодибилдинг – это олицетворение максимальной красоты, которая доступна каждому. Для этого нужно чуть чаще ходить в тренажерный зал, добавить чуть больше выносливости, и уже можно приобщаться к самому массовому виду спорта в мире. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях на YouTube-канале. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Эвалар». До встречи в эфире.